То есть его раз поставил, как девушке цветы даешь, он распускается в процессе. Баня для Ивана и правда как девушка, вторая любовь после жены. С 14 лет паром руководит, а профессиональный стаж начался с 2008 года. Попросили меня попарить московского гостя. Это был президент межассоциации Сырченко Андрей Игоревич. Банщик – это про того, кто простыни или полотенца принесет, а Иван – бан-спец, парильщик или пармейстер. Вот кладет пар на гостя. Это самое начало, называется шепоток или бабочка. Хитрости и техники у каждого парильщика свои. У Ивана их целый ворох. Самый любимый процесс у девушек – это богатырское парение. По-богатырски это 30 человек в день напарить, и со всеми Иван говорит и всем внимание уделит. Потому и звезд российских парит, и гостей заморских. Последних любит удивить, например, калинкой. То есть я час, допустим, расслабляю клиента, да, там, ну вот, шепоточек, бабочка, так, все расслаблено, все так, там, скрабик сделали, все, и клиент так все думает, все, всем все, все хорошо. И я просто потом на всю мощь так... Немец, который был, он даже по-русски не понимал. Он сперва по-польски заговорил, а потом просто говорит: «Ваня, не надо». А когда спустились уже к ресепшену, девочки спрашивают: «Как Ваня?» Он просто идет: «Ваня, супер, Ваня, садо-мадо». Он просто... Он два года подряд ко мне приезжал. Чисто ганно. После такого горячего приема следующий этап. Есть хамам с его мягким паром, массаж и пилинг. Кстати, Иван использует только дегтярное мыло и лыко. Лучше любого спа-салона. И более после парной. После пара и массажа сядете за травяной чай, и только тогда узнаете, что баня для Ивана хобби. А на работе он газоэлектросварщик 5-го разряда. Кстати, там тоже считают, что Ваня супер. Андрей Дригер, Андрей Печоркин. День с толком.